Здравствуйте, меня зовут Исмаил Лукамилов, мне 9,5 лет. Мой рост 137 сантиметров. Я люблю играть с моими друзьями в футбол в школе. Правда, у меня не всегда получается. Мой любимый урок – это математика, а также мне нравится физика и география. Мой самый нелюбимый предмет – это музыка, потому что на пианино там не отвяжешься. Я хочу прочитать вам стихотворение «Черемуха». Я автора не знаю. Черемуха душистая с весной расцвела, и ветки золотистые, что кудрин завела. Кругом роса медвяная стекает по коре, под нею зелень пряная сверкает в серебре. А рядом в кротанке в траве между коней лежит струится маленький серебряный ручей. Спасибо. Следующий. Простите. Обращение. Я бы очень хотела сниматься в этом фильме, потому что мне кажется, у меня хорошие актерские способности, и я к этому готова. А что у тебя во рту сейчас? Пластинка. Поэтому брекеты. Я ее понимаю. Да, теперь я тоже понятно. Не пойму, что происходит.